Кирове продолжают ремонтировать фасады зданий. На перекрестке улиц Ленина и Преображенской рабочие восстанавливают облик сразу 4 жилых домов. Сейчас рабочие штукатурят стены, вскоре займутся покраской. Всего же будут отремонтированы фасады 17 домов. Все эти здания находятся в исторической части города. Некоторые из них носят статус памятников культурного наследия. В течение 2 месяцев работы по восстановлению фасадов должны быть закончены. Кстати, на проведение ремонта будет потрачено 9 миллионов рублей вместо запланированных 10. По словам чиновников, сэкономленный миллион останется в городском бюджете.